Может, этого я ждал всю жизнь. Отворись им всем звездам, зажгись. Пусть летает голова то вверх, то вниз. Это вам. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. Я продолжаю разбор песни группы «Пикник». Это вам не лезгинка, а твист. Заказал мне мой дорогой подписчик Станислав. И как я обещал, это третья часть. Я покажу модуляцию. Вот, сама песня у нас играется в тональности ми минор. Я показал, как играется в первом видео куплет, припев. Во втором видео я показал, как играется проигрыш. Вот. И в этом видео, после проигрыша, у нас как раз идет модуляция. Я покажу, как она играется. То есть мы переходим на другие аккорды, они будут с барре. Итак, мы доигрываем. Мы доигрываем проигрыш. У нас будет «Может, этого я ждал всю жизнь». У нас будет барре на четвертом ладу, пятая, четвертая на шестом. Это будет аккорд си бемоль, ля бемоль минор, а бемоль м. Ля бемоль минор. «Может, этого я ждал, может, этого я ждал». Мы его играем. Может, этого я ж... Вниз, вверх, вниз, вниз. Может, этого я... Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Потом у нас идет до диез мажор, С диез. Я ждал. Здесь тоже будет барре на четвертом, четвертая, третья, вторая на шестом. И опять мы возвращаемся, то есть барре мы все время держим на четвертом. Потом мы опять возвращаемся на ля бемоль минор. Ля бемоль минор, си диез, ля бемоль минор. Ля бемоль минор, до диез мажор, ля бемоль минор. То есть вот эти пальцы только меняем. Здесь у нас играется пятая, четвертая на шестом. Здесь у нас четвертая, третья, вторая на шестом. А барре остается на четвертом все время. Может этого я ждал всю жизнь. И опять вторая строчка. Ля бемоль минор. Отворись сим-сим, звезда С диез. А, ля бемоль минор. Зажгись. Вот. Ну и вообще, в принципе, здесь мы играем по половинке. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. То есть, значит, а бемоль играем вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Потом си диез мы играем вниз, вверх, вниз, 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 вверх. И потом а бемоль мы играем уже полностью вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. И потом опять у нас продолжается ля бемоль минор. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Потом опять си диез, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. И опять а бемоль минор, а бемоль м, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. То есть получается две строчки, это будет третий куплет. Может, этого я ждал всю жизнь, отворись сим-сим звезда, зажгись, пусть летает голова то вверх, то вниз. Дальше у нас идет аккорд ми мажор е. Третья на первом, пятая, четвертая на втором. Пусть летает голова то вверх.
Здесь полностью играем весь бой, который я показал в первом видео. Дальше у нас идет FDS, то вниз. Тоже полностью играем. То есть Е ми-мажор, потом FDS. FDS это барре на втором ладу, третья струна на третьем ладу и пятая, четвертая на четвертом. Вот такой FDS, фа-дис-мажор. То есть это у нас пошла третья строчка, она вся играется, точнее, весь куплет, это третья строчка третьего куплета, который весь играется в модуляции. Итак, третья строчка. Пусть летает голова то вверх, то вниз. И четвертая строчка, ля мажор, аккорд А, четвертая, третья, вторая на втором. Это вам. Полностью весь бой играем, потом аккорд Д, ре мажор. Ну, здесь, вы знаете, А, ля мажор, четвертая, третья, вторая на втором, потом Д, ре мажор. Это вам. Здесь по половинке Д, третья, первая на втором, вторая на третьем. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Это половинка, когда мы играем вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Д. Д. И потом ля, бемоль, но уже мажор. Значит, барре на четвертом, третья на пятом, пятая, четвертая на шестом. Вот это А бемоль. Ля бемоль мажор. Получилось вниз, вверх, вниз, 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 вверх, Д. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Вот. И там еще пойдет проигрыш. Сейчас я его покажу. Давайте повторим весь третий куплет. Он весь играется на модуляции. Аккорды. Продиктую еще раз. Может это... Значит, аккорды. Ля бемоль. Минор, до диез мажор, ля бемоль минор, ля бемоль минор, до диез мажор, ля бемоль минор, Е, FDS, А, Д. Ну или А бемоль. Еще разок сыграю весь куплет, и вы потихонечку запомните. Третий куплет весь на модуляции. Может этого я ждал всю жизнь. Отворись им, сим, звезда, зажгись. Пусть летает голова то вверх, то вниз. Это вам. И дальше у нас идет проигрыш. Играем CMDS, барре на четвертом, вторая на пятом, четвертая, третья на шестом. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Потом FDS, барре на втором, третья на третьем, пятая, четвертая на четвертом. Тоже играем вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Это фа диез мажор. И опять CMDS. Полностью бой опять вниз, вверх, вниз, 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 вверх. CMDS, FDS. Сверх, вниз, 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 вверх. И потом аккорд H. Си мажор. Барре на втором, четвертая, третья, вторая на, три, на четвертом. Барре на втором, четвертая, третья, вторая на четвертом. Полностью. И повторяем все то же самое. CMDS, FDS, CMDS. CMDS, FDS, H. И вот так мы играем два раза подряд. И опять. И потом мы возвращаемся опять в ми-минор, играем четвертый куплет. Вот. То есть возвращаемся в обычную тональность в начальную и играем четвертый куплет. Вот. В следующем видео покажу, там есть кое-какие заморочки в этом четвертом куплете. Так почти будут те же аккорды. Пока на этом все, мои дорогие подписчики. Вот. Это был ролик, посвященный модуляции, посвященный третьему куплету.
Вот. Ну, желаю вам здоровья, благополучия. Самое главное, тренируйтесь, тогда у вас точно все получится.